Привет, это Гай, часть 2, и мы продолжаем наше умопомрачительное путешествие в мои сны. Так, тут теперь написано, что sleeping deep, то есть крепкий сон. В этот раз мы заснем еще крепче, чем в прошлый раз. И что же произойдет, мы сейчас узнаем. Не дай бог опять пиво Андрос уронит. Не-не-не, не смотри даже на него. Не вздумай его брать. Красавчик. Экстра стронг. Типа очень крепкая. Нифига себе, 99,9% алкоголя. Так, я полез в холодос. И у меня там такой напиток. Сейчас я его походу бахну и крепко засну. Ну это ж очевидно. Ну давай посмотрим, что тебе будет сниться с таким напитком. О, началось. Вертуханчики пошли. Но пока мы грузимся, спустись под видео, поставь там свой лайкос и не забудь подписаться, если ты еще не подписан. Ёк-макарёк. Где это я в этот раз? Я какой-то пират на диване. На диване в открытом море. Балдёжно. Ой-ё. Опасность. Пронесло, однако. Подъем, жиробас. Тут неловкая ситуация вышла. Так, значит, надо придумать, как ему вернуть глаз, да? Музло у него играть? Нифига себе, у него маффин здоровенный. Где ты его достал? Так, это не важно все. Нам нужно залезть к нему в рот, по всей видимости. Я так думаю. Статуэтка, вон я ее вижу. Надо до нее как-то добраться. Но как? Есть тут какие-нибудь бочки? Крюк есть. О, мне нужно залезть, короче, туда, взять этим крюком глаз и вставить ему, чтобы ему было не так больно. Так, вот этот ящик я могу таскать? Чтобы взять предмет, отлично, могу. Сейчас я взберусь. Сейчас берусь за статуэткой сперва. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Поднимаемся. Ну давай, жиробас. Отлично. Статуэтка есть? Теперь побежали к крюку. Крюку-хрюку. Опа, что за дверь? Что за дверь, непонятно. Короче, мы берем вот этот вот карабас. Ставим его сюда, чтобы можно было перепрыгнуть. А то слишком большое расстояние. Ну давай, залази пузом своим. Вот, все хорошечно, катапульта даже есть. То есть, получается, нам нужно поднять глаз крюком-хрюком, потом положить в катапульту и катапульты запустить ему прямо туда, в глазницу. Угу, все, я понял. Все должно быть просто. Так, значит, какой корабль мощный и стрёмный. Пойдем попробуем залезть внутрь. А, тут все забаррикадировано. Все забито досками, внутрь не попасть. Значит, садимся в кресло. Нажимаем кнопку «Это опустить», не то. Это не то. Поворачиваем. Давай, поворачивай. Как управлять-то этой штукой? А, во. Все, я разобрался. Теперь нам нужно крюк как-то вперед пододвинуть немного. Получится, нет? Ага. Нам нужно глаз подкатить. Я понял. Выбираемся отсюда. Даже глаз вот сюда надо подкатить, скорее всего. Хорошо. Надеюсь, он катается. И я его об эти камни не измухрычу. Не порву там еще что-нибудь. И не вытечет с него какая-нибудь жидкость. Покатили. О, легко катится. Слушай, как шар от снеговика. Вот так вот. Тут вот самое место тебе. На крестике. Давай еще чуть-чуть. Я думаю, что все пойдет как надо. Теперь залазим в наш аппарат. Не ссы! Осьминожка. Сейчас вернем мы тебе глаз. Запрыгаем сюда. Опа! Чё, погнали? По коням! Цепляем, значит, глаз. Надеюсь, получится. Давай, давай, давай. Чё такое? А-а-а, так близко было. Очень близко. Еще разок. Клешня, ты чё, ё-моё? Эх, ёкарный бабай. Давай вот так попробуем. Ну вот, прям под ним, прям под глазом.
Ножи. Ей! Получилось. Теперь это все дело в катапульту надо положить. Я думаю, так. Давай опустим. Ага, ништяк. Теперь осталось только залезть в катапульту. Слушай, а что если мы... Если мы попробуем кинуть ему валун в глаз? Интересно, я валун могу катить? Как ты думаешь? Давай попробуем. Могу! Ты гляди-ка! Вот это у меня идея! Сейчас пробнем. Надеюсь, что получится. Садимся за крюк. Короче, нам нужно глаз вначале убрать. Ну чё ты, чё ты? Рядышком же. Блин, теперь не убирается, походу. Эх, короче, ладненько, фиг с ним, с этим глазом, давай запульнем. А потом я переиграю этот уровень. Так, глаз готов. Он, ты чё, в меня влюбился, что ли? Эй, пупсик. Он в меня влюбился, он, то есть, меня не хочет теперь жрать. Надо любовь с ним испоганить. Я знаю, что надо сделать. И ты, думаю, уже тоже догадался. Надо запульнуть в него вот это вот ядро каменное. Хо-хо-хо. Значит, сперва нам нужно натянуть нашу катапульту, чтобы она вернулась в начальное положение. Ага. Ну, а теперь садимся за руль нашего драндулета. Берем, значит, камушек. Надеюсь, с камнем будет проще. Он же не такой склизкий, как глаз. Да уж. С камнем, походу, такая же трабла будет. Давай еще разочек. Ей, со второго раза получилось. Ништяк. Значит, отпускаем. Готовченко. Сейчас кому-то будет бобо. Ху-ху. Запускаем. Ё-моё. Прям в ухо. Ну чё, ты зол? Ты больше меня не любишь? У него даже стрела там вон в башке. Ну чё, давай, сожри меня. Вот он я, красавчик. Прям... Даже подойти не успел. Размозжил меня об камень. Ну чё, круто? О-о-о, опять здесь. Неужто ли? Смотри, тачка какая. Прикол. Ну чё, погнали тогда на драндулете гонять? Пустыня. Я... Бэд Макс, или как он там? Дерзкий Макс, или Яростный Макс. Блин, фильм забыл, как называется. Ёкарный. Память моя дырявая. Безумный Макс, о, точно. Тут даже... Вот эта штука у меня, походу, была на черепухе. Но я ее снял. Короче, нам нужно починить наш драндулет. Музло у нас не играет? Почему-то. Почему музло не играет? Когда нужно, музло играет. Когда не нужно, музло не играет. В принципе, все логично. Значит, берем двигло. Без двигла нам никуда. Ставим сюда. Теперь второй двигло. Где-то здесь. Второй двигло. Может быть, нам одного хватит, слушай? Давай попробуем с одним. А где здесь татуэтку-то искать? Тут такое пространство. Ладно, залазим. А вот и музло. Ништяк. У-у-у, дрифтуем. Можно коробок разбить? Разбили? Там ничего не было? Не, вроде ничего. Нифига себе, вот это дрифт, вот это гоночки. Вау! Об стол бы биться можно, в принципе. А давай попробуем это сделать. Ну-ка. О, я столбы разношу. Офигеть, вот это физика. Таких снов у меня еще не было. Вон там какую-то штуку вижу, поехали до нее доедем. А тут, кстати, песчаная какая-то буря. Давай в нее заедем. Ух ты, и вон там тоже какая-то штука есть интересная. Блин, сколько тут всякого крутого. Ладно, погнали вначале вон туда. Понять не могу, почему меня так косит немножечко. Доехали до этой штуки. А, ну все, теперь... А куда это она спряталась, я не понял. Что за фигня? Может, на нее наехать нужно? Давай попробуем наехать. Не, бесполезняк. Тут музло играет. А если я сюда встану? Не, нифига. Странненько. А, смотри, тут вот люк есть. Может быть, его открыть надо? Давай попробуем. Так, открыли люк. Спускаемся. Ого, нифига себе. Так, значит, тянем рычажок. Дверь открылась. Ёк-макарёк. По-любому статуэтка где-то здесь. Тебе так не кажется? Давай спрыгнем сюда. Это конец. Угу. Уверен, что мы в этом конце найдем статуэтку и выход из моего сна.
из первого сна. Мы же типа сон во сне, все дела. Прыгаем. Нам не впервой. Паркур это наше все. Видал, как я умею, да? Опыт не пропьешь. Ладно, чешем дальше. Опа, упали. Сейчас тут все прочистим. Статуэточка. Тебя тут нет, случайно? Не, статуэтки тут нету. Печальненько. Лезем дальше. Преодолевать препятствия. Так. Раз, два, три, четыре. Нифига себе. Во, статуэтка. Нифига себе. Теперь надо подняться наверх. Или не надо подняться наверх? Тут никаких механизмов нет. Ну хорошо. Возвращаемся. Короче, выбираемся. Тут, по всей видимости, мне нужно найти другую такую штуку. Я их видел несколько. Поднять тут ничего нельзя. Ну хорошо, выбираемся, короче. Где тачка моя? Погнали в другое место. Эта штука уже не красная, а зеленая. Надеюсь, у нас все получится. Ножи. Ты посмотри на нее, тоже спряталась. Ну ладно, выбираемся. Сейчас вниз к ней спустимся. Open the door. Опа. Так, тут, в принципе, все то же самое. Хотя нет. Ловушки другие немного. Но не страшно, я тут запрыгну по-любому. Нет, не запрыгну. Колеса, помогите мне. Мне нужна ваша помощь. Схитрю немножечко. Так не получится. О, получилось, отлично. Так, дальше сюда, вот так. Допрыгну. Я же мастер прыжков. Нифига себе, вот это мне фартит. О, danger, опасно. А там двигатель, смотри, какой мощный. Нифига себе. Скорее всего, мне нужно спереть двигатель. Отпираем дверку. Ага, ну понятно. Сейчас мы быстренько туда допрыгаем. Оп, упал. Поторопился немножечко. Хорошо. Тихонечко, никуда не торопимся. Вот таким вот макаром мы снова у новой двери. А как тут открыть? А, вот, рычажок. Надпись Danger нас вообще не смущает ни разу. Ой-ё. Я думал, тут будет лава в этот раз. Но нифига. Даже лава нас не остановит. Мы почти до движка добрались. Походу, мне нужно по всем таким станциям проехаться и собрать мощную точилу, на которой я убьюсь. Но как бы других вариантов вообще нет. Опа, опа. О, я думал, тут двигатель будет уже, а нифига. Еще попрыгать нужно. Не страшно. Оп, до рычажка. Отпираем. Скоростное прохождение какое-то у нас. Где двигатель? Двигатель! Вот он. Вот она наша красотка. Берем, значит, и чешем отсюда. Ура! Выбрались. Где тачка? Нет, не выбрались. Я еще наполовину застрял. Да что такое-то? Во, наконец-то. Берем двигло, вставляем сюда. Ничего себе, сейчас мощь будет. Ну, погнали. О, вот это гонка! Тачка пушка вообще стала. Вот она, последняя башня. Она другого цвета, синего какого-то, вроде бы как. Ага, точно. Надеюсь, об нее я точно убьюсь. Да, должен же. Нет, она убралась. Эх. Пойдем внутрь слазим, посмотрим, что там есть. Может, какая-нибудь пукалка мощная, которая меня убьет. Спускаемся. Что здесь? Там еще один двигатель. Какой-то он золотой даже, смотри-ка. Сейчас быстренько до него допрыгаем. Написано Danger, но не страшно. Ёк-макарёк. Мощный двигатель в руках. Все, я выбрался. Где тачка? Сейчас поставим этот двигатель. Наверное, его поставить лучше вперед, да? Есть тут место? Теперь у нас три двигателя. Такая скорость, это ж убиться можно. Ну что, погнали? Ё-моё. Так, ну все. Теперь на такой скорости я должен влететь в эту башню. Она не успеет просто спрятаться. Это было драйвово. Вот это адреналинус. Ух. А тут что? Что это такое? Прикольная какая-то штука. Погнали. О, нифига себе, какая штука прикольная. Мы маленькие. Мы маленькие в огромной комнате. Шарики. А, это головоломка с шариками. Наверняка ты видел такие на ютубе. Типа шарик должен катиться, сбивать вот эти вот всякие доминошечки, потом катиться по вот этим всяким штучкам, и в итоге он туда куда-то прикатится. Тут вот есть у нас телескоп, мы можем посмотреть. А, я понял. Этот шарик должен упасть куда-то там к дробашу, и вот эта ниточка
нажмет на курок, и дробаш выстрелит. Я должен подбежать к этому дробашу, чтобы он выстрелил именно в меня. Угу. Ну ладно, хорошечно. Мы сейчас это реализуем, но сперва я хочу поискать статуэтки. Наверняка где-то здесь статуэтка должна быть. Вот она, моя хорошенькая. Ничего, я перезапустил уровень. В принципе, я готов. Погнали. Нажимаем старт. Пускаем тихонечко шарик. И погнали вперед него. Я должен успеть. Я так понял, что шарик сейчас нажмет вон на тот рычажок. Он закрутится. Вылезет вот эта вот палка. Давай сейчас проверим. Так, ага, точно. Прыгаем сюда. Нет! Все, профукал момент. Дубль 3. Шарик дает нам всего один момент. Если мы его профукаем, придется все переигрывать. Это кобзда полная. Так. Давай, главное сейчас своим... Да что ж такое-то? Дубль 4. Сейчас все получится. Давай, животик, не подведи меня. Еее! Все получилось. Так. Воу! Вот это попрыгушки. Надо бежать быстрее шарика, иначе мы профукаем момент. Моментум. Вон там что-то подпрыгнуло. Это был тост. Так, есть. Успеваем, успеваем. Теперь мне надо сюда. Ух! Главное не профаниться. Иначе все будет впустую. Так. Теперь мне надо бежать сюда. Тут я перепрыгну, наверное. Ага. Вот это паркур. Сахарок лежит. Надеюсь, мы успеваем. Успеваем? Так, нам сюда надо. На вот эту вот платформу. Фух! Пока все грамотно идет у нас. Бежим, бежим, бежим. Сейчас дробаш нас бомбанет. И мы проснемся, это здорово. На тарелочке. Шарик где-то с другой стороны. Блин, я походу не успел. Конкретно не успел, слушай. Черт возьми. Или все нормуль? Все, по-моему, нормуль. Все хорошечно. Должно быть. Главное, не паникуем, а то опрофанимся. Так. Запрыгиваем. Шарик уже покатился куда-то в другую сторону. Есть. Пока все хорошо, в лифт. Ништяк. Все получается. Вот он. Вот он. Вот он, револьвер. Я остаюсь сюда. Шарик, он катится. И натягивается курок. Мои мозги размозжены. Фух. Это было потненько. Надо съесть бургер и хот-дог. О май гарбл. Лучший сотрудник до сих пор я, это хорошо. Так, что у нас дальше? Что у нас следующее? Следующее у нас вот эта штука, TNT. Надо подорваться, видимо, на динамите. Но это ты уже увидишь в следующей серии, поэтому если понравилась эта игруха, то с тебя лайк и подписочка, если ты еще не подписан. А на сегодня это все. Пока. Увидимся в следующем видео.